самый эпичный взрыв в Майнкрафте. Проверяю. Бум! Это офигенно. Вы посмотрите, что сделала одна граната. Hello, everyone! С вами я, Вайнран, и сегодня я вас научу делать гранаты в Майнкрафт без модов. Да-да, вы не ослышались, Майнкрафт, то есть без модов, гранаты. То есть совместите эти три слова, и получится это офигенная команда. В общем, сейчас вы все увидите. Для начала нам надо получить командный блок. То есть вам надо будет прописать вот так вот. GIF, свой ник, Minecraft, команд блок. Все, ну я думаю, это не составит большого труда кому-либо. Далее вы получите этот командный блок, вы его ставите. Так, давайте расчистим тут или еще куда-то, а то куда-то я тут зареспавнился и вообще ничего нету. Так, вот, ставим его. Далее, нажимаем правую кнопку мыши, ну это понятно, и вписываем сюда команду, которая будет в описании. Также ссылочка на автора будет в описании, ребят. Далее нажимаем Done и ставим командный, ой, какой командный блок, красный, ну в общем надо как-то активировать его. Далее нажимаем, и у нас появляется вот такая вот штука. В общем, мы видим тут автора, да, и здесь в общем все написано, вот Snowball Grenades и так далее, Check Out More. Ну в общем, ссылочка будет все в описании, и на команду, и все такое. Вот, здесь, ну, нам надо это разрушить. Но нам не надо это разрушить, мы же хотим сделать гранаты, ладно. В общем, чтобы сделать гранаты, нам нужен житель, то есть торговец этими самыми гранатами, вот. Нам надо его найти. Так, он будет подписан сверху как поставщик или что-то в этом роде. Сейчас я его вам найду здесь. Вот он, гранейт дилер. Давайте его куда-нибудь сделаем, знаете, чтобы он никуда не сбежал. Вот. Далее вы должны нажать на него правую кнопку мыши. Если вы играете в выживание, ребят, то вы просто можете найти деревню и там найти этого самого гранат дилера, и все, и у вас будет круто. Так, давайте кликнем на него и посмотрим, что там у нас будет. Здесь у нас за 5 ганпауэра он нам дает обычную гранату. Так, ну давайте все расчистим, и я возьму материалы для этого дела. Так, давайте возьмем одну штучку, то есть 5, и, как видите, он нам дает basic granite. Normal sized explosion, то есть нормальный, как бы, урон, ой, взрыв. Так, давайте посмотрим. Бам! Смотрите, как все работает, то есть, ну, взрыв, как от крипера, то есть, давайте посмотрим. Вау, это круто. Давайте сразу попробуем бросить парочку таких, раз-два. Ну-ка, вот, зажал, и, ну, как бы... ну да, есть, то есть приличная такая штука. То есть за 5 всего порох вы получаете почти такой динамит. Но вы его можете вот так вот кидать. То есть смотрите, он приземляется и взрывается. То есть, блин, это реально круто. Смотри, давайте в то дерево пульнем. Бам! Все, взорвали дерево. То есть вы можете также ковать шахты. То есть вот так вот дум-дум-дум. Вот, ну как вы видите, крипер появляется. Но ничего страшного. То есть, блин, это круто. Вот, я боюсь, конечно, выживание сейчас это пробовать. Меня может просто-напросто убить, ну да ладно. Так, далее, какие у нас есть еще гранаты? Так, давайте в жителя посмотрим, сколько ему урона несется. То есть, вот, он убивает, то есть, он подпрыгивает. И, то есть, ну, с двух где-то таких гранат... ты чё не умираешь? Ты чё? Ты чё, вообще бессмертный, что ли? Подождите. Ну вот, что-то он долго умирал. Но это самое слабое, ребят. Все еще будет сейчас впереди. Далее, нам надо 5 гандпауэра и 5 блейз, ну, порошков блейза. Давайте сразу это возьмем. Я буду все делать при вас, чтобы вы все понимали. Так, окей, это не надо. Где он у нас есть? Так, он у нас находится в материалах вот здесь. Берем сразу. Так, ты что меня толкаешь? А? Носатый. Так, давайте. Значит, берем... 5 ганпаура, то есть пороха, и 5 вот это вот порошка. Оба. Explosion, with fire. То есть то же самое, только с огнем. Ну-ка просмотрим. Бам! Вау! Ребята, это вообще замечательно. То есть вы также можете, не знаю, кому-нибудь врага, там, не знаю, прийти кому-нибудь домой и так его дом закидать, и все, он, считайте, умер. Ну, у меня что-то сейчас пролагало, знаете, немного, но тем не менее. Потому что вылетают фаерболы, и они вместе, наверное, ударяются или еще как-то. Поэтому лучше кидать так по одной. То есть вы можете весь лес так сжечь, и все будет круто. Так, давайте посмотрим на следующий, у нас, на следующую гранату, точнее. Вот. Следующая граната у нас делается из 3 гандпауэра и 5 мешочков этих, там, не знаю, красителей или как он называется. Вот, давайте возьмем их. То есть, ну, блин, я думаю, это вообще достаточно прикольная команда. Так, надо 5, извиняюсь.
Потому что, ну, это внесет какие-то изменения, так сказать, в геймплей, это будет интереснее. И вообще можно что-то придумать, будет какую-то карту даже с этим сделать. Я уверен, что найдутся картоделы, которые это все сделают. Так, что нам дает эта штука? Она дает нам флеш-гранат. То есть мы кидаем и ничего не видим. Это круто. То есть это, говорю, можно сделать как для каких-либо карт. То есть вы также можете заспамить, например, крипера, кинуть, и он вас видеть не будет. То есть вы его убиваете, и все круто. Так, давайте приступим уже к более мощной и более крутой гранатке. Следующая гранатка — это у нас Chemical Grenade. Также нам потребуется 3 ганпаура и 5 глаз паука. В общем-то, крафтим, ребят, так, здесь 3 пороха и 5 глаз паука. Все, далее. Берем и покупаем у него. Итак, что она нам дает? Смотрите, мы кидаем, и оно заражает вот эту территорию. И все те, кто находится в этой территории, получают урон, и мы можем спокойно потом их убить. То есть это, ну, будет для каких-то больших, стай зомби или еще что-то. Мало ли к вам придут ночью какие-то зомби, которые захотят полакомиться вашей головой, а вы такие бам, и все, они умирают. Давайте даже я это продемонстрирую. Например, где они? Ладно, давайте на тех же жителях сделаем. То есть вот они, много их, мы кидаем в центр, и они заражаются. И, блин, это круто. Так, дальше у нас какая идет граната? Давайте посмотрим с вами. Далее у нас идет граната Smoke Grenade. Ну, я думаю, не стоит объяснять, что это за Smoke Grenade. Те, кто играют в CS или еще что-то, те поймут. Возьмем сразу стак. То есть, ну, я думаю, вам не составит труда добыть эти ресурсы, да. То есть, возможно, вы даже какую-то скрафтите, точнее, сделаете ферму этих криперов. И, в общем, ну, можно, есть такие гайды, поэтому, ребят, вы можете это все делать, и все у вас будет круто. Так, давайте посмотрим, что с этой Smoke Grenade можно делать. То есть, вы кидаете, и в этой области вообще почти ничего не видно. Это круто. И вам дается также инвиз. Это вообще, блин, это так круто. Я просто... Вообще просто в шоке. То есть вы можете так сюда всех накидать, и все. Вас вообще нигде не видно будет, и вы крутые будете ниндзя. Вот, так, давайте вот кидаем, и нас не видно. То есть это круто. Тоже можно использовать для каких-то, не знаю, карт. То есть, ну, прикольно будет. Дальше у нас идет вроде бы самое последнее, либо я... Нет, еще там много их идет. Следующий у нас Firework Grenade. Куплю у этого поставщика. Давайте я выкину уже эти штуки все, они нам не пригодятся, я думаю. Вот, и что она делает, как вы думаете? Выпускает фейерверки? Так, давайте посмотрим. Она у меня почему-то, кстати, не выпускается. Странно. А, вот, что-то залагало, ребят, немного. Я не знаю, с чем это связано, но... Блин, это тоже прикольно, то есть вы можете так вот кидать и... Это круто. То есть он летит с партиклами и взрывается. То есть вы можете вот так вот их напускать везде и просто наслаждаться офигенными взрывами. Класс. Так, далее. У нас идет вот такая вот гранатка. Называется она Sticky Grenade. Нам понадобится слаймбол и Basic Grenade. Затрачивается чуть-чуть побольше материалов, но тем не менее. Так, Sticky Grenade. Что она делает? Она... То есть вот вы ее делаете, и она здесь остается, и потом через некоторое время взрывается. Это тоже круто. И мне кажется, взрыв побольше, да? Или мне кажется, давайте посмотрим. Так, ладно, давайте на пол сделаем и посмотрим, какой там взрыв. И бам! Да, круто. То есть вы также можете, наверное, на этих цеплять. Да, смотрите, вы можете цеплять на мобов, и это круто. То есть бам, на тебя. О, не попал, ну ладно, вот на тебя еще и на тебя. Это круто. Да, это классно, ребят. Ой, ну, давайте запустим, и она куда-нибудь полетит, и куда-нибудь приземлится и взорвется. Так, далее. Какие у нас гранаты остались? Нам понадобится сейчас 8 глоустоуна и 8 черс фрукта, или как-то так. Черс фрукт, я буду его так называть, он добывается в Эндермире. Те, кто не знает, новый снапшот вышел, и там вот много всего добавили. Так, лошадь-то мне не нужна. Вот, здесь еще нам понадобится 8 глоустоуна. Глоустоуна, думаю, тоже достаточно нетрудно добыть, если вы уже были в аду. То у вас его должно быть предостаточно. Так, это и это. Вот, у нас получается антигравити гранейт. Давайте ее запустим. И, как вы видите, все мобы начинают подниматься вверх. Это просто офигенно. Смотрите, даже скелет сейчас полетает и упадет. Давайте вот так вот еще, бам. Так, ну-ка, не трогай жителя. Ну-ка, отстань от него. И, блин, это тоже выглядит классно. Согласитесь, это круто. То есть вы можете так своих врагов подкидывать, и также вас тоже оно подкидывает. То есть вы можете также, не знаю, взбираться на какие-нибудь
большие дистанции, то есть убежите от кого-нибудь, так вот кидаете и поднимаетесь, все, и убегаете. Ну, конечно, за вами тоже могут так подняться, но тем не менее, вы можете его еще поднять и еще поднять, то есть это будет ему проблематично. Ну, я думаю, применение найти этому веществу, точнее гранате, можно множество. Далее у нас идет предпоследняя граната, или нет, вот она, последняя граната. Итак, нам надо 16 basic гранат. Так, я скрафтил, и теперь нам надо стак ТНТ. Ой, стак ТНТ, это, конечно, трудно добыть, но если вы так же, как я, в гейм-моде, или у вас дофига просто ТНТ куда-некуда девать, крафтите, вы не пожалеете. Итак, самый эпичный взрыв в Майнкрафте. Проверяю. Бум! Это офигенно. Вы посмотрите, что сделала одна граната. Это жесть. Вы просто посмотрите на этот взрыв. Это жесть. Давайте еще сюда посмотрим. Бам! Вау! Ну, ребята, ну, это просто офигенно. Я думаю, это стоит этих затрат. То есть, ну, это классно, ребята. Вы просто посмотрите на эти взрывы. Кидаете, и оно взрывается. Бам! С партиклами. Совсем, ребята, это просто замечательно. Ну вот и подошло к концу, так сказать, наше видео. Если вы хотите больше видеть таких видео, то ставьте лайк. Также переходите на канал вот этого человека, который создал этот механизм. Если вы хотите больше видеть таких вот роликов, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если буду видеть, что вам нравится, я буду продолжать такое делать. Вот, ну а с вами был я, Вайнран. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи и всем пока.